Вам огромное. Ой, вообще. И вообще. Ну и короче. Идем на брычки. Ладно, сейчас есть, скажи. Ой, вот всегда мне нравилось, а мне всегда что-то нравилось смотреть на кладбище. Вот когда в поезде ехал, вот всегда что-то притягивает кладбище. Ну, видно, что, ну, видно, что оно, знаешь, что последний приют, оно и тянет. А я такой же кладбище. Как-то был у бабушки. Утром, а мы приехали ночью. Стою, открываю дверь, сейчас проходу, что свежий воздух. А тут кладбище. А тут кладбище. Ой, так страшно было, боже мой. А, я на кухне, когда работал поваром, я так я через кладбище бегал 5 и в 4 утра. Не, ну давай, классно, так ты на меня лягай, я на тебе. Да, и бегал через кладбище по гробам, по могилам, перекрыть. Страшно было, а потом уже привыкли. У нас тоже коняка была, отчим украл. Отчим украл, то еще взяли, дураки покрасили лоб этой перекисью водорода. И, значит, ну, чтобы не узнали лошадь. Ну, как можно покрасить перекисью водорода, и чтобы тебе хозяин твой другой не узнал твою лошадь, да? Все равно узнает. Ну, короче, покрасили, потом судили, забрали, короче, ту лошадь. Ну, так, да, было такое. А я утром иду на экзамен. И лежит, стоит кружка, а на кружке вода. Слухайте, слухайте. А на кружке вода. И я вот эту, а я же с утра волосы разрезал, никогда не расчесываюсь ничего. Я взял вот это волосы, помазал, ага. Намочил вот так в руку с крыльца. Ну и пошел на экзамен. А там была перекись водорода, то, что красили лошадь, пятно на лбу. И я приходил, у меня как половина желтый, половина как холодец на голове. Вот такой, боже, со школы смеются, не пойму, что. А я гляну в зеркало, ой, ты что, у меня волосы желтые. Вот я такой покрасил свои волосы так когда-то. О, як хорошо. Мої хороші, це для вас, мої любі. О, так красиво. Здравствуйте. Серега поїхав. Нас на лімузині возять. Ой, какой класс. Так класно, це аромат, да? Все, все, естественно. Конечно. Так я довольна, боже мій. Ти ж сказала. А я кажу, що так. Я постіснялась. Я така, думаю, ти чого? А сам була, думаю, зараз хочу запитати, зараз поїдемо. Дрова лежать на хатки. Я не можу. О, помахайте. Ви такі деякі тут. А то привикли на храмі. Ой, на все. Як це хорошо. Не говори. Так що все, та ладно. А як вас зовут? А, мене? Так. Сергій Єгорович. А скільки вам год? А, вже і год. Сергій Єгорович. А ви женатий? Григорович. А, Григорович. Подожіть. Сергій Григорович. А ви женатий? Це був Макаренко. Ви холостий чи ні? Та вже не раз. Будеш третя жена чи четверта. Сергій Григорович був отчим Серега. Макаренко, Сергій Григорович, мамин муж. Це що не дати. Підвода. Так, нас на підводі катали. Дух стоїть він. Який діловий хазяїн. Яка Іва висока. Ой. Сергій. Боже, скільки треба було нам далеко йти. Ой, от це ж взагалі, ми б туди все йшли. Дома такі малюки, красиві, так? Вот как хорошо все-таки жить вот в таком. Я да. Он, дядька, свой человек. Давай там. Хочешь покатать? Здравствуйте. Здрасте. Здрасте, здрасте. Вот такие у нас люди живут в Украине наши. Такие. Он женщина, гляньте. Женщина косы косой. Я тоже вмею косить. Так, ну ты же не женщина. Ты робокоп. Понимаешь, поэтому ты умеешь и косить, и все же хочешь. О, так, вот это школа. Вот это аптека. Ой, вы нас прям до аптеки. Ой, спасибо. Спасибо великое. Сергей Григорьевич. Вот такой дяденька провез нас еще это Боже, самое. Какие молодые. А вот аптека. Да. Вот такой куст громадный. Это как двор чей-то, че шо, я не знаю. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой, гляньте. И пчела лета. Сейчас еще вкуса. Так, иду в аптеку. Надо купить хлорофилип, горло полоскать. И все такое, в общем, все, мои хорошие.